И я хочу сейчас предоставить слово следующему спикеру. Это Лузиана Эльновани, которая представит свою следующую презентацию, совместную работу вместе со своими коллегами Андри Янто, Самсон, Эви Нурсанти Рукмана, Фитри Пердана и Куснандар. Я извиняюсь, если я неправильно что-то назвала. Они представляют департамент библиотечных и информационных наук университета Паджаран, Индонезия. И их работа называется «Лидерские коммуникации для читателей сообщества». Пример «Коммунитас Гада Мембака» — это Западная Ява, Индонезия. Так, Луизиана, вы здесь? Yes, I'm from our team. Hello, my name is Evi from Indonesia. Excuse me, I'm permit to share screen. Привет, я сейчас расшарю свою презентацию. Я одна из участниц этого коллектива. We are a team from Indonesia. We are Elnofiani Luciana, Andrianto, Samson, and my name Evi, Fitri, and Kusnandar. Our research is leadership communication for community reader. A study at Komunitas Gada Membaca with Java in Indonesia. Меня зовут Фитри, и название моего доклада – это «Как коммуницировать лидерство читателям в районе, в моем районе, кому-то с Гада Мембака, Западная Ява, Индонезия». We are from the Department of Library and Information Science, Universitas Pajajaran. Мы работаем в отделе библиотеки информационной науки Университета Пачджарана. Our research is about leadership communication in managing a reading garden has a strategic role. The character of the community reader in Indonesia in general requires an assistant from a figure who has a leader character. The reading community has contributed a lot to providing solutions in the field of non-normal education. The rise and fall of a reading garden community, or TBM, or Taman Bacaan Masyarakat in Indonesia, is heavily influenced by a manager with a strong leadership personality. This article draws on research results from a case study in the Komunitas Gada Membaca or Gada Reading Community. The purpose of this study is expected to be a reference for information literacy activity to develop leadership communication model in the management of the community reading garden. В качестве краткого вступления о сути общения, тема доклада – это как привить лидерство тем людям, которые посещают общественные библиотеки в Индонезии. И те люди, которые посещают общественные библиотеки, в частности, в моем регионе, у них образование неформальное, но им нужна фигура лидера для того, чтобы определять их дальнейшую жизненную позицию. Вот мое выступление освещает результаты исследования в общине Гада Мембака, и цель исследования – это стать информационной поддержкой для того, чтобы активизировать политику информационной грамотности. The initiator of the Gada Reading Community is Mr. Agustin Nawar. He explained the purpose of building a reading garden as a space for community activities and learning to various reading materials. In addition, it facilitates access to information and communication technology to improve people's quality of life. He said that various activities this can be carried out in the reading park. The community can easily get information and of course
it will also have an impact on providing solution to community problems. Besides that, it also creates welfare in the community. Инициатор моей общественной читальни в моем регионе объяснил, что целью образования такого формата было создать место для того, чтобы местная общественность обменивалась впечатлениями, а также училась за счет доступа к различным учебным материалам. Это, между прочим, облегчает доступ к информационным и коммуникативным технологиям и повышает качество людей. Кстати, в этой формате читальни могут проводиться различные мероприятия, и общественность может легко получить информацию, и, конечно, это приведет к тому, что местные проблемы будут решаться быстрее. Кроме того, это создает такой благоприятный климат в обществе. The recipients of the Nugraha Sadharma Pustaka Awards from the Indonesian Library also explained that the Gada Reading Community was established on February 18, 2015. The birth of Gada Reading was born from a series of activities that were directly beneficial and involved the local community. Mr. Agu said, "We hope that the existence of the reading garden can encourage the growth of the new communities based on volunteerism. We also expect support from relevant stakeholders to support the Gada Reading Community." He said to also explain that the meaning of the name of the community Gada is a combination of these names, Gajah and Dawan. At the location where the reading garden was built, there is large rock and below it is Dawan Cimuntur. По инициативе получателя престижной награды от Индонезийской библиотеки, господин Агус, который основал местную читальню 18 февраля 2015 года, в основе такого решения было целый ряд разных мероприятий, которые прямо влияли на жизнь общества. Мы надеемся, сказал господин Агус, что существование такой читальни создаст необходимые предпосылки для, потому что основано это все на волонтерах. Мы также ожидаем, что это местное читательское сообщество будет поддерживаться местными спонсорами. In the method, our research use qualitative methods and case study approach. The author will reveal the findings from observation and interviews in the field. The reading garden community is located in Kawali, Ciamis, with Java province. The result of this research is that there is a leadership communication model that is needed in managing a reading garden. Gada Baca Kawali, with the assistance of information literary activities. The leader of Komunitas Gada Membaca uses communication to persuade library users and stakeholders to join the literacy movement. The leader of the reading garden must have communication skills, which include advising, counseling, and guiding volunteers to contribute to the literary movement. Кратко остановлюсь на методологии исследования. Данное исследование использует качественные методы и подход кейсовый. Автор этого исследования расскажет о деталях наблюдения и интервью, которые проводились в полевых условиях. Как вы поняли, общественная читальня расположена в провинции Западная Ява. И самое главное, что нужно сделать, это чтобы
для того, чтобы руководить этой читальней общественной, нужны лидерские качества, потому что это будет способствовать грамотности информационной. Okay, in the last result and discussion, the Reading Garden community is located in Kawalichi and Swiss Java province. The result of this research is that there's a leadership communication model that is needed in managing our Reading Garden. Gada Baca Kawali is the assistant of information literacy activities. Communication skills in the form of advice by TBM activities provide a variety of assistance and provide motivation for the importance of literary activities. Ability to provide guidance to volunteers to always contribute to the entire series of literacy activities and to guide volunteers to contribute to the literary movement. Напомню, что общественная читальня расположена в провинции Западная Ява, а результатом этого исследования является понимание необходимости лидерской идеи для того, чтобы руководить местной читальней. Коммуникативные навыки также могут предоставляться активистами, работающими в этой читальне, и могут и предполагают массовую поддержку и мотивацию для того, чтобы бороться с неграмотностью, а также возможность для волонтеров всегда участвовать в проведении целого ряда мероприятий и для того, чтобы волонтеры в конце концов способствовали борьбе с неграмотностью. And in this discussion, the leader of the Reading Garden must have communication skills, which include advising, counseling, and guiding volunteers to contribute to the literary movement. Итак, выводы. Руководитель местной читательской общины должен иметь коммуникационные навыки, которые помогают советовать, подсказывать, а также направлять волонтеров, которые должны участвовать в литературном движении. Okay, thank you. This is our presentation. Спасибо. Вот это была наша презентация. Спасибо. Thank you very much. You're welcome. Спасибо большое за презентацию.